А сейчас на эту сцену я хочу пригласить, собственно, финалисток конкурса «Фактор А». Мали и Юлия Самойлова. Удачи словно ошалели. Так встретимся, давай, моя подруга, посплетничать, подумать о судьбе. Давай с тобой поплачемся украдкой, и, может быть, за рюмкой водки сладкой я расскажу тебе свои. А ты мне все расскажешь о себе. Пусть говорят, что дружбы жесты не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, что мы с собою ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подарена и судьбой. С тобою женихов мы не пилили, по счастью, нас такое миновало. И в горький час любовных не урядить, друг друга мы старались поддержать. Пусть я сестры по крови не имею, что можешь и меня сестрой назвать. Пусть говорят, что дружбы жертвы не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, что мы с собою ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подарена и судьбой. Пусть говорят, что дружбы жертвы не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, что мы с собою ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подарена и судьбой. Сердечной дружбы нам подарена и судьбой. Тот дружный фактор. Юлия Самойлова и Мали. Браво! А давайте узнаем сейчас, что думает по поводу вашего выступления наше уважаемое жюри. Лолита. Мне все понравилось, совершенно по-другому вы ее сделали, не так, как мы с Аленой. И в этом была своя прелесть. В том, что чуть-чуть цыганской нотки добавили. Девки, ну иногда, извините, вот просто такое змеиное начало было иногда вот в припеве, что просто про женскую дружбу я забыла. Роман Емельянов так внимательно смотрит на вас, Лолита Марковна. Собственно говоря, помнится неделю назад, когда мы с Дроновым исполнили песню «Звездочета», не помню уже, кто-то из членов жюри меня упрекал в эгоизме, потому что, дескать, мне эта песня подходила, а Дронову нет. Уж более, я не знаю, кто выбирал эту песню для этого дуэта, но явный подыгрыш Мали, потому что, конечно же, это абсолютно твоя песня и абсолютно не твоя песня. И мило, и ну и спасибо.
На самом деле я вижу здесь нормальный разговор двух девушек. Мне показалось, что картинка очень уютная. Да, может быть, наверное, именно потому, что сегодня уже не зависит, как вы спели. Вы спели немножко прохладненько, и одна, и вторая, немножечко ожидая своих сольных песен. Понимаете? И вот это чувство, что это не ваша главная песня, а что впереди будут ваши две сольные, оно немножко эту песенку как-то так сделало сероватенькой такой. А так все мило и хорошо. Спасибо. Спасибо, Игорь. Алла Борисовна, мы ждем вашего резюме. Но если бы на стол поставили графинчик с рюмочкой, может, они по-другому бы и спели, понимаешь? Если прислушаться к тексту песни, вот, тогда бы интонация появилась. Давай, подружка, там, выпьем, и все в порядке. Это пропаганда была бы употребления алкоголя. Да, ну а что делать, да. Поэтому они смотрели на свои кружки с чаем. Пустые причем. Пустые. А там не чай, Алла Борисовна, в том-то все и дело. А там вообще ничего. Понимаешь, это чувствовалось. Но вообще девчонки молодцы. Так скромно, с достоинством. А что еще надо? Спасибо, Алла Борисовна. Спасибо. Спасибо, девочки. Друзья, это были наши очаровательные финалистки. Мали и Юлия Самойлова.